Ah, full shader, да, посмотрим. Это Usted, le vamos a preguntar a este vecino, ¿qué cree usted que А, está как pasando? пригласить барана в бизнес. Замечательный ролик. Итак, значит, смотрите, я сбросил вообще все. Это у меня тестовый аккаунт бесплатный. То есть нету ничего. Одна страничка. Нажимаем редактор. Так, этот заголовок еще остался. Удалю. Значит, убираю вообще отсюда всякие заголовки. Так, hello world. Hello world, это будет типа заголовка. Давайте посмотрим по теме, какой-нибудь интересной теме. Тему. Потому что черный цвет, он не особо притягивает, он больше отталкивает. Так. Ну, допустим, вот эту тему возьму. Так, редактору. Так, раскрываю на полный экран. Так, удаляю вообще все. Все, что мне не надо. Все блоки. Так, я посмотрю, а запись мы делаем? Делаем запись, все нормально. Итак, все блоки я поудалял. Теперь берем колонки с левой стороны колонки. То есть изначально подумали, где нам разместить ролик. Допустим, ролик будет с левой стороны, с правой стороны будет форма захвата. Значит, надо разместить по колонкам как-то две части. Ну, допустим, две части, например, вот эти возьмем. Вот эти две части, значит, здесь будет ролик, здесь будет текст формы захвата. Значит, по видеоролику в виджетах есть раздел медиа. В раздел медиа заходим и берем YouTube. Так и написано YouTube. И вставляем вот сюда. Вот сюда вставляем. Теперь здесь редактировать. И вот сюда, в эту строчку, надо вставить как раз тот видеоролик. Вот, про как пригласить в бизнес барана, допустим. Удаляем, выделяем эту строчку, удаляем и вставляем строчку на наш видео. То есть вставить URL. Все. Видео вставили, сохранили. Теперь дальше. С правой стороны. Делаем форму. Форму, ну, например, как вот здесь. То есть бесплатно и так далее. Я выделяю текстовку. Закидываю временно на редактор Notepad++. Значит, и теперь по частям. То есть то, что бесплатно, это у нас будет верхняя часть. Допустим, вверху мы поставим заголовок бесплатно. Так, шапка, витрина, шапка, так, ну какой-нибудь, немножко не так, удалю. То есть лучше сделать так, чтобы вверху было какое-то название привлекающее. А как сделать, чтобы вверху было название? Берем одну колонку, ставим вверх и туда закидываем виджет витрину и вставляем бесплатно и сделаем так, чтобы было посередине. Дальше на вторую часть 7 видео, там вместо вот этого вставляем вот эти 7 видео и немножко подредактируем. Допустим, так. И сделаем, да, ну, посередине, к примеру. А с правой стороны,
правой стороны, введите ваши данные внизу, и я вышлю вам то, что вы хотите. Значит, как это сделать? Вот с правой стороны, с левой стороны берем текст. Виджет, например, текст. Выделяем, удаляем текстовку и вставляем наш текст. И также, допустим, посередине. И дальше нам надо еще вставить саму форму. Вставляем еще один виджет текст. Вот так нажимаем редактировать, выравнивание по центру. То есть будет у нас по центру. И вставляем саму форму. Саму форму вставляем. Так, сейчас я зайду в кальфи. Так, копировать выделенное. Чтобы вставить HTML-код, кликаем на виджет текст и вверху раздел инструменты и исходный код. И вставляем. То есть исходный код мы вставляем и нажимаем ОК. Нажимаем сохранить. Так, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот так, за несколько секунд, минут я набросал, получилось вот что. То есть вверху бесплатно, бросается в глаза, 7 секрет раскроют и так далее. Слева видеоролик, справа текстовка. Единственное, это все выглядит как-то не очень, потому что не бросается в глаза. Поэтому стоит и шрифт поменять, и немножко подредактировать. Давайте сменим тему. Сменим тему. Вот, например, что здесь будет. Так, ну здесь шрифт уже получше. Так, давайте что-нибудь еще посмотрим. Так. Тут хорошо, есть предварительный просмотр, то есть можно нажать предварительное, просмотреть, понравится, значит, оставляем, не понравится. Вот видите, тут текст такой длинный, ну это не очень выглядит. Поэтому вот эта тема не подойдет. Тут еще название под темами есть, Formal Jewels, не подойдет. Так, этот голубенький. Ну, голубенький такой, симпатичный. Симпатичный. Давайте оставим такой. И чтобы применить, нажимаете на птичку. То есть Маякоба называется. Так, хорошо. Применили. Обновляем. И вот что у нас получается. Уже симпатичнее. Теперь вот этот текст, вот эту текстовочку надо, чтобы был призыв к действию. Надо ее побольше сделать. Надо ее побольше сделать. Заходим в редактор. Так, редактор. Кликаем на вот эту. Скорее всего, эту текстовочку лучше сделать с помощью вот этого виджета. Виджет называется шапка. Давайте попробуем эту шапку ставить. Удаляем содержимое и вставляем. Лишнее редактируем. Нижнюю удаляем и делаем посередине, по центру. По центру нажимаем сохранить. Так, размер шапка 2, ну, пускай будет вторая. Хорошо. Здесь заголовок 1, параграф. Ну, пусть будет заголовок 2, покрупнее, чтобы было. А здесь какой будет у нас заголовок?
шапка 2, ну пусть будет шапка 2. И нажимаем сохранить. Дальше обновляем страницу. Вот, уже лучше, уже лучше. И внизу у нас непонятно что, то есть как бы не очень. То есть, чтобы было внизу, надо там какую-то текстовочку закинуть. Значит, как сделаем текстовочку? Здесь есть такой виджет, называется «Подвал». Сейчас я посмотрю, где-то он есть. Так, уведомления, список, ярлык. Так, навигация. Нижний колон титул называется. Итак, то есть, что я сделал? Значит, вверху, обратите внимание, блок. Блок. Это блок широкий. Блок широкий. То есть, вот она колонка широкая. Взяли, вот так перенесли широкий блок. И посередине поставили виджет в блоке текст, виджет витрина. Вот так взяли, перенесли. И вот это все подредактировали именно свою текстовку. То есть, как я здесь сделал, бесплатно, 7 видеоуроков, 7 видеосекретов. Так, удаляю вот этот блок. Дальше. Следующий блок, это где с левой стороны видеоролик, с правой стороны введите ваши данные, форму снизу, я вышлю вам. И форма. Форма подписки. Значит, чтобы сделать так, как у меня, значит, из раздела колонки мы берем раздел, вот где две колонки. Также перетаскиваем две колонки, у нас два поля пустых. В левое поле вставляем виджет с YouTube, а в правое поле вставляем два виджета. Один заголовок, другой текст. Значит, как это делать? Я просто еще раз повторяю. Значит, видеоролик. Идем в раздел «Медиа». Берем YouTube, YouTube перетаскиваем, кликаем на карандаш, и вот этот URL-адрес меняем на тот адрес, который нас интересует. И нажимаем сохранить. С правой стороны я вставил текст «Введите ваши данные в форму внизу». То есть это использовал виджет. В разделе «Текст» есть виджет «Шапка». Берем шапку, перетаскиваем туда, как нам нужно, бросаем и вставляем. И ниже раздел формы. Значит, по форме берем виджет текст, перетаскиваем нужное нам место, вставляем. И вверху в разделе инструменты исходный код нажимаем и редактировать. И вставляем код, который мы взяли на JustClick, либо где-то в другом месте. Так, тут, кстати, можно немножко отрегулировать. Ну-ка, давайте попробуем вот так. Нет, не получается. Не получается, ладно. Так. И после этих всех манипуляций у нас получается как раз то, что вы видите. То есть нажимаю «Сохранить» и выходит вот такой сайт. Введите ваше имя, вводим, введите ваше имя, вводим, нажимаем подписаться. То есть все красиво уже выглядит. Дальше, внизу надо бы поставить, вот как он делает, сейчас посмотрим. Внизу, видите, там 2015, ваш домен, все права защищены. Ну давайте сделаем нечто подобное.